Всем привет, ребят! С вами я, Кира Найт. Сегодня мы идем в Дендрарий. Что-то нам все обещают дожди, но их никак нету. Уже, я не знаю, с недели уже обещают дожди, уже хочется промокнуть. Прямо сейчас, девочки, самокаты. Вика, в сторону отходи. Эти самокаты, это вообще капец. Хочется уже прям промокнуть нормально, так уже невыносимо, просто душно. Дышать нечем. И, блин, это вообще, даже хоть бы чуть-чуть, да, ну хоть бы денечек такой ледяной, дождец прошел прям. Вот. Так что идем сегодня в Дендрарий. Посмотрим, что там. Я вот лично не помню, когда мы ходили, я не помню вообще, что там. Вообще. Я даже канатку эту не помню. Поэтому идем сейчас туда. Ой, какое небо, давай, дождик. Так, сейчас нам опять подземный переход. Вот это мне нравится, то, что тут очень много подземных переходов, и не нужно стоять вот это вот, стоять на светофоре. Переходим, о, перекресток тут есть. Так, девочки. Блин, ну эти высотки, я не знаю, почему меня высотки всегда пугают. Высотки. Ну, вообще все вот эти вот высокие дома меня пугают. Что там продают? А, да, очки. Понятно. Стадион. Ой, девочки, отходите. Цирк, но в цирк, ребят, не знаю. Мне животных жалко, я в цирк не хочу. Пойдемте, да и вообще делать нечего. В цирке не ходите, ребят. Никогда не ходите в цирке. Не знаю. Если я там напишу, не ходите. Ну, я говорю, никогда не ходите в цирк. Сейчас напишите там. Да, блин, это мучение животных. А, вот эти, которые одежда, типа, это сохнет, вечером лампочки включаются. Вот, видите, такой тут. Ну, это понятно. Вот следующий дендрарий. Я вот думала, это... А, вот же она, господи, я думаю, что за... А что такое страшное здание? Мне страшно. А я хорошо, да, мы сюда поднимались, такое старое здание. А, ну вот дендрарий, все. Давайте будем заходить уже внутри, ребят, поснимаю. В общем, ребятки, билеты стоят взрослые 320 рублей, детские до 14 лет включительно. Ну, мадаме нашей 16, но я все равно взяла два детских. Да. А вообще я могла взять... А, детские 150. Вообще я могла взять три детских, потому что ты заходишь... Раньше тетеньки обрывали, да? Да. Смотрели. А сейчас, короче, стоит турникет, и вообще никого нет, понимаете? И это просто... Вот если бы я знала, я бы просто взяла три детских билета. Лайфхак, ребят, пользуйтесь, кто в Сочи. Но если вас поймают, я не виновата. Не, вы сначала пройдите до... А где бабочки? А вон там куда-то идти. А, вон туда. Но если вас поймают, я не виновата. Да. Проверьте сначала, сидит ли там кто-то на турникете или нет. Так, ребят, смотрите, какой мощный ствол, прям жестко. Нашли фотографа. Жестко. Что это у нас тут? Юбея чилийская, посмотрите. Короче, его вообще не обнять просто. Как там на 0,5-то сделать? О. Прям очень большой. Очень большой. Короче, его снимали и тут, и там. Чебурашку. А что вы тут не подреставрируете? Ничего такого. Оно вот как было? Атмосферка такая. Ну да. Точно, этого домик мужика был где-то тут. Хотя, может, он и не тут был, но местность эта. Да, снимали-то его, а внутри 100% павильон. Вот где-то наверху, да, как будто вот домик того мужика был. Да. Финик канарский. Для меня вообще это все пальмы. Финики. Ну, да, как бы все пальмовые. Так,
Да, что там за видок? Ой, вот эти какие высокие деревья. Ну, вот кипарис. Я все понимаю. Кипарис? Разве? Нет, Турник, это не кипарис. Мы тогда, наверное, туда поснимаем, а вниз пойдем пофоткаемся, да? Как раз похудеем там. Покраснеем. О, смотрите, какая махнушка. О, какая махнушка, ребят. Я представляю название этого видео. Не, ну мохнатка, ой, мохнатое дерево, вернее. Вот. Он тоже какой-то ствол мощный. У меня в голове куча названий уже до этого глобы. Вот это тоже как будто листья порезали, да? Бамбук, смотри, это попросить, нет? Да, я не знаю, как будто порезанные, да? Ну да, вот у моего брата, кто знает, где тут идти. А сюда можно? Спасибо, что удержались от желания зайти в бамбук. Печалька вообще. Ты рядышком сфоткайся, нормально? Ну как-то, а что, никого нету, а тут камеры есть? Блин, ну нельзя так делать. А камеры нету, где-то... Ну смотри, тут все туда ходят. Ой, даже тут надо царапать что-то свое. Капец, не, ну царапать, конечно, не красиво. Вот, давай вот здесь тихонечко я так зайду. Табличку только эту не фоткай. Пойдемте наверх. Ну реально, присесть там. Ну не, пойдем здесь, ну вы что? Мы сильные. Мы сможем дойти. Мы вчера да прошли чуть-чуть, 1.5 километра. Сколько мы прошли? 1.5 километра всего лишь. Ну вот там маршрут, по которому мы шли, был 1.5 километра. А я бы по 5-шечке прошла. Что ты там увидела-то? Ну, посмотрела мы. Ой, я бы хотела бы... Нет, если бы было очень прохладно, пещера. Я бы туда пошла. В пещерах, наверное, реально прохладно. А вот, то... я больше всего в пещеры хотела. Думала, мы туда пойдем. Нам вчера обещали прохладу и свежесть. Я о, бы... сальное дерево. Сальное. Моя башка, что ли? Реально сальное. Как мое сальное? Не знаю. Что, у нас сало прям? Да, мам, сало висит на этих. Не, не сало. Кстати, нет, и не пахнет салом. Я... Туалет. ЖЖ. Бесплатный. Да? Еще как есть. Ой, я тоже в туалет схожу. Ой, нет, спасибо, не хочу. А что там? Надо посмотреть. С камерой? Нет. Я посмотреть хочу. Кто-то прыгающий. Где я? Вика. А почему оно? Там рыбы. Смотрите, сколько рыб. Прям кишит. Прям кишит. Они у чистой воды это. Нифига себе. Нет, это форель или что-то. Это... Ну, похоже на золотые рыбки. Но это не золотые рыбки. Вот, окуни, форели. Не знаю, что это, ребят. А почему они именно тут? Вода чистая. Ребят, напишите в комменты, что это за рыба. Я тут поняла, вот видишь? А, вот она с той стороны. Вот, поднялись. Тут карта, туда еще можно пройти. Тут вот киоск стоит. Вот, хотела взять капучино горячий, но нету, взяла. Вот такой, 180 рублей, ребят. 240 миллилитров. А у вас что, пепси сколько стоит? А у нас 150. А, 150 пепси. Вот у такие пепси вот. Пепси вот нету нигде. Вот такие вот цены. Да, кстати. Ну, как капучино, просто холодный, да? Вообще ничего удивительного. Просто холодный кофе. Хочешь попробовать? Хочу.
сладкий. Очень сладкий. Очень сладкий. Поднимаемся по таким вот лесенкам. Пофоткались тут уже. Лесенки. Почему грёбаные? Да у нас везде лесенки. Они каменные, они грёбаные. А, реально? Нет, у нас просто эти лесенки повсюду. Ну, если Сочи город в горах. А в Адлере не было такого. Ну, там более ровная поверхность. Вообще, я сказала одно слово. Какое? Любое. Ой, чуть не грохнулось вниз. Спасибо. Надо сейчас заболтать будет. Кафе «Дом лесника». Там один суп 500 рублей, да? Ну, если 500, конечно. 500 он в Сицилии стоит. Тут, наверное, все 1000. Там, наверное, даже меню нет около этого, чтобы люди не пугались, а заходили сначала. Все, я дошла до верха, потому что, ребят, я была б не я, если б я не дошла до конца пути. Я люблю, если я взяла какую-то экскурсию или поставила цель, нужно идти до конца. Что, тут ничего нету? Вот тут уже на канатку, но канатка не работает. Вот, так что все, все прошли. Девочки меня там ждут на скамейке, так что сейчас идем вниз. Идем вниз. Ой, бляха, муха. В нижнюю часть дендрария. Там всякие животинушки. Посмотрим. Ну-ка, дайте посмотреть. Так, что у нас тут? Блины. Две штуки. 300 рублей. Так. Фреш апельсина 200 миллилитров. Один стакан 320 рублей. Но он всегда фреш стоит очень много. Лимонад большой 300. Капучино 230. Ну, в принципе, для этого места нормально. Да, даже дешево. Американо 150. Экспрессо 150. Чай 80. А где я и все? Ой, офигенно. Духовки. А, это есть что? А, вот что надо посмотреть там. А, вот горячий. Цезарь с курицей. 300 грамм 450 рублей. А в этом вчера 760 купили. Угу. Ну, там по граммам больше было. Форель. А, ну это за 100 грамм все цены идут. Почему 200? Ну, я иду, цена идет за 100 грамм. Ну, за 100. Говядина терияки не хотите? Нет. Хотела уже одну терияки. Цезарь. А, пицца Цезарь. Пицца вот полкило 750. Ухань 400. Ну вот, ребят, такие вот цены, смотрите. Ну, картошку 280, это уже дорого. Картошку. Окрошка 450. Это вот на самой верхней точке находится кафе «Домик лесника». Там вон беседочка такая, можно посидеть. Ручки вон там помыть. Вот, смотрите, да, тут прикольно так если посидеть, но я сомневаюсь, что тут, конечно, рыба, там свежая, мяско свежая. Не знаю, что у меня сомнительно это берет. Вниз идем. Все, девочки, радуйтесь, вниз идем. Все, идем вниз. Ой, посмотрите, ребят, какой видок. Уже 33-й раз увидела. Так, не, подальше. Посмотрите, там какое дерево. Нет, я покажу вот тут вот. А, ну это... Смотрите, какое дерево, на нем все фоткаются. Иди, я боюсь спускаться, я тебя отсюда сфоткаю. Ну, кто меня сфоткает? Ну, давай я. На, подержи. Я там лягу? А, я как на коня сяду сейчас. И вот, пойдем туда вниз. Она очень, прям, очень крутая. Это на камере, кажется. Вероника в шлепанцах, это вообще. Мне надо выпадить отсюда. Сейчас порвется. Тихо. Это. Фух. Это кто? Не знаю. Я тоже не знаю. Вот это банановое дерево. О, а где бананы? Ну, они, по-моему, это, ну, как, банановое, не банановое, типа это. А, вон бананчики или нет? Мне кажется, да. Вот это бананчики, да, маленькие? Да, вот да, это бананчики? Бананы. Не, это лилия. А мне кажется, это, типа, декоративное дерево банановое, нет? А может, и нет, хер его знает. А мне кажется, настоящее. Капает, капает дождь. Ну...
Я туда не иду. Да мы месяц почти там были. А что, не месяц? Ну мы не месяц, там были меньше. Капец. Мы устали тогда отдыхать там. Что тут такое? Господи, тут жуки всякие. Ну, вот так вот. Вот. Вот так. Где? Я не хочу выходить. Где? Где? Ну там, на стене. Сбоку был. Нет, я не хочу туда идти. Я тоже не хочу. Ладно, я фоткаться тоже тут что-то не хочу. Ё-моё, всё, пойдём сейчас сюда. Ты оттуда не выпрыгнешь? Тук-тук-тук. А, бац-бац, у него наушники, короче. Надо подпевать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А чё там такое? Мякое. Надо сюда музычку будет ставить какую-нибудь. Это который шатается, мозг, да? Или нет? А, ну чуть-чуть шатается. Ой. А что так резко начал шататься? Давай, без Сережи. Ой, так не было. Это все, ребят, мы сходили в нижний дендрарий, вот тут еще бамбуки напоследок. Не знаю, животных мы тут, кроме лебедей и декоративных петушков, никого не увидели. Потому что мы последили. Да мы все вроде обошли. Вот. Так что все, выходим. В общем, кому понравился видосик, там какая-то речка бежит. В общем, кому, ребят, понравился видосик, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Обязательно, обязательно пишите комментарии. Я вас всех очень-очень люблю. Все ссылочки в закрепленном... Чего я сказала? А, все ссылки в закрепленном комментарии. Все. У меня еще от этого воздуха голова почему-то начала болеть. Есть. Ну там, короче, такая это система мудреная. В описании я везде оставляю. Там сейчас какая-то замудренная система, нельзя комментарии людей чьих-то закреплять. Можно. Свои можно закреплять. Вот. Ой, какое дерево, то, что хочет фоткаться. Так что все, ребят, пока-пока. Какое дерево интересное. Смотрите. Смотрите, какое дерево интересное. Да? Блин. Вика, ты сможешь меня сфоткать на свой? Да.